Беглого олигарха и его семью разыскивают в Казахстане. Сообщается, что крупный предприниматель с женой и детьми скрывается в ауле. И это не сюжет новостей, а новая казахстанская комедия. Семейная лента «Бешарашки» вышла на большой экран. На премьере побывала и наша съемочная группа. Вот так с настоящей красной ковровой дорожкой встречали первых зрителей новой отечественной картины. Семейную комедию сняли в рекордные сроки, всего за 2 недели. Результат с неожиданным названием «Бешарашки» презентовали в кинотеатре «Кинопарк Аймакс Есентай». Режиссером ленты выступил Дархан Саркенов. Насчет названия «Бешарашки» сомнение было там продюсер. А потом я, прочитав сценарий, посмотрев уже ход съемки, ничего страшного, она оправдывает свое название. И так и оставили «Бешарашки». В центре сюжета состоятельная городская семья, которой приходится скрываться в ауле. Героев ждет не только испытание сельским бытом, но и полная смена приоритетов. Получилось смешное кино, но оно о самом важном – любви, семье и настоящих ценностях. Вообще, мне кажется, суть картины, как я понимаю, поступает так же с людьми, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. И я думаю, что из человека нечестного, скажем так, не очень порядочного, этот человек в силу сложившихся обстоятельств превращается в нормального человека. Посмотреть «Бешарашек» можно во всех кинотеатрах страны. А в ближайших планах создателей ленты – прокат в Узбекистане, Китае, Кыргызстане и Азербайджане. Елена Меньшова, Азамат Кабетов, Ринат Абулхаиров. Информбюро.